Ладно, у меня машина не Lamborghini, не Ferrari, но мы ее выделим по-другому. Мы ее выделим музыкой, звуком и будем у всех на виду, на слуху, плевать, там, будем всем мешать или наоборот дарить эмоции, но мы это делать будем. Хорошо, когда ебашит музыка из тачки. Плохо, когда у подружки дома нет заначки. Ну, сделали самую грязную работу, самую тяжелую. Вот. Димасик там пивом гасится, я сигаретками, хотя не курю. Показывай секретное оружие. Не, это все. Да, да блять! Короче, провод прогорает прямо под ковролином, я не знаю, как там не случился пожар, причем. Хорошо, когда ебашит музыка.